Да, да, запускай. В эфир через 10 секунд. У нас включен микрофон? Да. Он сначала будет включен, я выключу. Буквально секунду. А потом включишь опять? Включи. Ну, когда начнется эфир, тогда я включу. Да ладно, давай, включи. Добрый вечер, уважаемые зрители. Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где сегодня... Через пару минут, ну, по сути, с 10-минутной задержкой, согласитесь, для вечера это совсем небольшой интервал. Так вот, с 10-минутной задержкой у нас сейчас начнется центральный поединок тура в высшем дивизионе А. Матч 4-го тура. Ну, по сути, наверное, 5-го, да, официально у нас игра 5-го тура, но он 4-й по порядку. И суперматч нас сегодня ждет, Гефест-Интер. Две команды, которые перед началом этого отрезка считались главными претендентами на чемпионство. Наверное, они такими и остаются. На ваших экранах наш зачин, наша интрига, противостояние, которое мы считаем ключевым. Это Александр Масленников и соответственно, Александр Аверьянов. Алексей, конечно, Аверьянов, да, вот... Почувствовал, что что-то не так. Алексей Аверьянов, лидеры своих команд. С Масленником интересный нюанс. В Гефесте играют разные нападающие. Их много, они достаточно классные. Они на разных отрезках показывали разный результативный футбол. Но лучший бомбардир всегда Александр Масленников, который, в общем-то, и в этом сезоне таковым является у команды. Он забил 17 мячей в первом круге. В какой-то мере можно сказать garbage goals, потому что для вот таких команд, как Гефест и Интер, первый круг — это вот garbage games. Дмитрий Мечков об этом, наверное, все рассказал в программе «Набровки» перед Новым годом. У нас без рассказчика игра началась, поэтому сразу скажу, что Гефест играет в кислотных футболках, Интер в оранжевых. Это один и тот же дизайн, разные цвета только, да и штаны черные у тех и у других. В общем... Здесь все понятно, я закончу про противостояние ключевых игроков и дальше перейду к составам, потому что эта игра нам не даст возможности раскачаться, здесь все пойдет сразу. Так вот, и во втором круге, вернее, во втором этапе, уже 3 мяча на счету у Масленникова, при том, что Гефест всего 7 голов забил, то есть, ну, практически половина на счету Александра. Он остается лидером команды, главным ее голеадором, и при этом он играет вингера. Играет Эрик Корчагин на стрей атаки, человек, который пришел в Гефест и вывел статус этой команды, пошатнувшийся немножко в плане вот сильнейшей команды Севера, вывел на один уровень с Интером, который, безусловно, сейчас является, наверное, главным клубом в Северной лиге по... Ну, не знаю, по результатам, как сказать, наверное, еще рано об этом говорить. Да, сейчас 100% результат у Интера, но это скорее следствие того, что он в порядке. Но пока, да, там 9 очков одна команда набрала, другие там по 6, но это еще все, в общем так, достаточно, наверное, не показательно. Еще это еще не... Это показательно, но это еще не забронзовело, это еще не факт, что все так и останется. А вот по духу, Интер, и здесь даже и опросы в той же группе Северной Лиги свидетельствуют об этом, по духу Интер сильнейшая команда Лиги. Так вот, приход Эрика Корчагина в Гефест, он выводит Гефест на тот же уровень статуса, и... Мы говорили о том, что Гефест с Интером снова в равной степени главные фавориты в высшем дивизионе А в борьбе за чемпионский титул. Другое дело, что Гефест проиграл уже, проиграл ЦДК, но ЦДК команда, которая хоть Интеру потом и уступила, и вот, собственно, в этом и разница между командами, все-таки ЦДК тоже за чемпионство борется, уж, по крайней мере, намерение выказывает и вполне может... эти намерения реализовать. Ну, а что касается Аверьянова, то футболист, который выступал за «Спартак», Нальчик, за «Луч энергию», Владивосток, он в первом круге 6 голов, 1 передача. Ну, скажем так, не блестящий показатель, но он не во всех играх, во-первых, присутствовал. Ну, а во-вторых, сейчас он, по сути, наравне с лучшим игроком месяца в высшем дивизионе, причем уже дважды, по-моему, в этом сезоне был лучшим игроком месяца, Артак Григорян. Вот он уже на втором этапе лучший игрок в высшем дивизионе, вот это важно. И вообще, наверное, Артак Григорян...
так вырисовывается как главный претендент пока. Лидер гонки за звание MVP, знаете, как в NBA, по ходу регулярного чемпионата эти рейтинги публикуются. Вот Артак Григорян, наверное, бы в таком рейтинге был первым. Так вот, Аверьянов наравне с Артаком Григоряном практически результативен. Ну, Григоряна 7 плюс 4, у Аверьянова 5 плюс 1, ну, относительно, опять же, наравне. Но, с другой стороны, Аверьянов играет в полузащите, Артак Григорян играет в нападении. По сути, в общем, игроки одной позиции, Аверьянов и Масленников. Ну, и... При этом Аверьянов дубль сделал против ЦДК, это очень важный был дубль. Да, хитрик против него, наверное, менее значим, но там и Григорян тоже назабивал. Он-то вообще покер оформил. Пока у нас ни у кого прям преимущества кого-то нет здесь. Удар! А что будет дальше? Григорян, надо забивать! Гол! 1-0! Дальний удар, я так понимаю, Руслана Нахушева, да. Человека, который играет на позиции центрального защитника сегодня. И вроде бы удар был не самый опасный, неплохой удар. Да, он пробил достаточно хорошо, плотно, но не очень сильно по центру. И... отразил удар Станиславский, но мяч вылетал из скопления игроков, и отразил он мяч так, что Артак Григорян его тут же подобрал, сумел из-под себя пяткой выгрести и отправить уже, по сути, в пустые ворота. Здесь фол Каханова на Григоряне, штрафной удар, и 1-0, счет открыт, и Артак Григорян продолжает срамить тех, кто говорил, что он забивает только не топом. Ну, это и я так, это и самая ирония в какой-то мере, но ведь это было. Было в прошлом году, но в конце прошлого сезона Артак Григорян, в общем-то, эту статистику переломил, а сейчас он забивает всем, просто не дает никому спуску все время всем, кого он забивает. И вот сегодня уже открыл счет, 8-й его гол в этом сезоне в высшем дивизионе А на втором этапе. И Гефест в положении догоняющей стороны. Мы к составам все-таки перейдем. Гефест играет в следующем сочетании. Станислав Станиславский, ворот номер 32. Оборона справа налево. Станислав Каханов номер 51. Константин Лазменев номер 4. Андрей Моисенков номер 6. Максим Мухин номер 7. В опорной зоне над ним Павел Котов номер 17. Александр Масленников номер 28. Справа и слева, соответственно, Эрик Корчагин номер 19 на острие атаки. Состав оптимальный на данный момент в каком плане? Может быть, можно было немножко по-другому выпустить другое сочетание игроков, может быть, но тренерский штаб располагал, в общем-то, полной обоймой и выпустил такое сочетание. Наверное, здесь на стартовый состав сейчас бы претендовал только Андрей Идрисов, о нем. Вот, в его сторону мой посыл был, но... он в запасе, это тренерское решение, поэтому он говорит, что состав оптимальный. В запасе у Гефеста номер 84 Сергей Бурцев, голкипер. Мартин Хорин номер 13, защитник. Полузащитники Артем Аракин номер 12, Андрей Идрисов номер 90, Евгений Королев номер 51, Евгений Ширинков номер 23, и нападающий Алексей Гусев номер 22. Ну все. Здесь Алексей Швындин на тренерской скамейке. Нет только Дмитрия Вакуленко, насколько я знаю. Ну и... он наверняка этот матч смотрит, ну или посмотрит потом. Но думаю, что даже если занят чем-то, и даже если занят серьезно, нет-нет, да и поглядывает, может быть, без звука на экран, но такие игры пропускать нельзя президенту клуба. Ну и что касается Интера, то здесь состав следующий. В воротах Александр Филимонов номер 1, оборона справа налево, Илья Федоров номер 8, Руслан Нахушев номер 11, Николай Липаткин номер 17, пока Нахушев приходит в себя, но все в порядке, наверное, будет с Русланом, будем надеяться. Дмитрий Мичков номер 19 в опорной зоне, над ним справа Александр Рощин номер 7, слева Павел Сучилин номер 9, и Артак Григорян номер 71. Состав тоже оптимальный. Здесь есть люди, которые, опять же, могли бы играть в старте. Нет, например, Алексея Полякова, голкипера, есть Эдуард Батыгин, но я думаю, что в Интере это практика, что либо Филимонов, либо Поляков приглашается морозить кого-то из них, а двух ведь ворота не поставишь. Ну, а Эдуард Батыгин, как такой вечный бэкап, который выходит иногда в матчах, вряд ли выйдет сегодня, если, конечно, ничего с Филимоновым не случится, ну и получит медаль по итогам сезона. Может быть, конечно, и не получит, но, честно говоря, если вопрос, станет ли Интер чемпионом в обязательном порядке, дискуссионный, то вопрос, завоюет ли Интер медали, ну, я не знаю. Если Интер медали не завоюет, это будет очень странно. Да, претендентов больше на титул. 4 претендента, на мой взгляд, на чемпионский титул. Но то, что в тройке Интер будет, знаете, как Локомотив в чемпионате России. Тут нет такого отрыва, но Локомотив может не стать чемпионом России в этом сезоне, в премьер-лиге. Но то, что он в Лигу чемпионов попадет, наверное, вне сомнений. Вот примерно такая же ситуация с Интером. В запасе Эдуард Батыгин номер 20, это вратарь, как я уже сказал. В защите Владимир Колесников номер 71 и Алексей Мишин
номер 23, в полузащите Артем Ковалев номер 13, Владимир Свежук номер 99, Сергей Сергеев номер 91, Алексей Аверьянов номер 12, как на нападающий заявлен, но он может и полузащите сыграть, и Свежук может в нападении сыграть. Но посмотрите, когда такие люди, как Свежук и Аверьянов в запасе, это говорит о том, насколько силен коллектив. У Интера не все... из тех, кто есть в заявке, ездят, но они не всегда ездят и сейчас. Остался мяч у Гефеста. Андрей Апанасенко, главный арбитр встречи. Геннадий Зародыш, резервный рефери. Алексей Апанасенко, конечно же. Алексей Копылов, прошу прощения, да. Почему-то я, да. Апанасенко, да, назвал. Алексей Копылов, да, обслуживает, конечно, встречу. Так вот, посмотрел, увидел, что фол был. Дал Гефесту продолжить, мяч оставался у античных, но понял рефери, что из этого эпизода, может быть, пользу Гефесту извлечет, но в любом случае штрафной удар выглядит опаснее и назначил штрафной. Три человека, даже четыре почти в стенке, стенка подошла прилично перед тем, как Павел Котов ударил, опасаются, уважают Павла Котова, ну и глупо было бы, он очень в большом порядке, особенно как исполнитель штрафных ударов. И по игре хорош, но штрафные Котова — это фирменный знак, это бренд, наверное, Север. Лиги, но сейчас не получилось, в стенку попал. Как я и говорил, без раскачки игра началась. Интер впереди, наверное, небольшое по территориальному преимуществу Интера есть, но, может быть, это особенности стиля. Гефест в какой-то мере играет от обороны, и Гефест можно понять. Здесь интересно историю противостояния команд посмотреть, наверное, в том числе и из этой истории вытекает тот факт, что сейчас Гефест осторожничает. Почему? И, во-первых, Гефест хорош в контратаках, он умеет в них выбегать и жалить. И это вообще его игра, комфортная, лететь. Вот, да, Гефест отлично контролирует мяч, но убежать в отрыв здорово живешь. Команда умеет, тем более Интер любит владеть мячом. Интер тоже достаточно быстрая команда и тоже убежать может, но в целом Интер любит играть в контроль. И здесь в какой-то мере даже проще Гефесту играть на контратаках. После штрафного Павла Котова я об истории противостояний продолжу. Удар хитрый, но до Филимона мяч не довели, а он, по-моему, контролировал на самом деле в углу полет мяча. Сейчас контратака может быть уже у Интера, и там Сучилин готов передачу принять. Здесь Каханов играет в мяч. Затем снаряд отскочил в Григоряна. Отскочил за боковую, а Григорян столкнулся с Кахановым. Но на самом деле, я понимаю, с одной стороны, негодование Григоряна ему досталось. С другой стороны, мне кажется, что Копылов в эпизоде разобрался верно, потому что столкновение было потом, после того, как Каханов сыграл в мяч. Мяч неудачно отскочил от Григоряна за боковую, а сам Григорян неудачно налетел на ногу Каханову, но фола здесь не было. И, в общем-то, аут в пользу Интера. Да и думаю, что все-таки не так больно Артаку, как он продемонстрировал. Ну, а может быть, сам испугался просто, потому что столкновение было достаточно жестким. Такое бывает, что кричишь больше от страха, чем от боли. Это так сложно вот объяснить, на кадры разложить. Это такой эмоциональный момент физического контакта, тем более на жестком газоне. В общем, здесь в любом случае все хорошо с Артаком, это главное. Так вот, Гефест и Интер впервые играли в Лиге Чемпионов в сезоне 2015-2016, когда... Интер был еще командой Северо-Восточной лиги. Это был четвертьфинал, и Гефест выиграл 4-2 первую игру на севере. Выиграл достаточно уверенно, но это оставило Интеру шанс. А Интер такая команда, которая два мяча в ответной встрече отыграть всегда может. Ответная встреча, по-моему, на Дубнинской 36 проходила. И была очень напряженной. Но в целом Интер не смог заставить Гефест играть в свой футбол, в футбол Интера. Гефест гнул свою линию, грамотно играл на результат, а в итоге еще и забил гол и выиграл 1-0. И прошел дальше. В общем-то, потом проиграли в полуфинале Мегатитану, античные. Здесь еще момент, Сучилин, гол 2-0, и Артак Григорян гол добавляет голевую передачу. Как-то все тривиально и просто здесь получилось, но суть в том, что сейчас для Гефеста ситуация становится очень неприятной, потому что... Два мяча отыгрывать у Интера по ходу матча будет очень непросто, особенно в нынешней ситуации. Но я продолжу. Все-таки про личные встречи.
В сезоне 16-17 в прошлом году Интер уже был командой Северной Лиги. И в первом круге с командой 2-2 сыграли. Во втором победил 2-1 Гефест. Были очень плотные напряженные матчи. А вот плотные игры в финале Кубка Севера, куда команды попали, не получилось. 6-1 победил Интер, и причем вел 6-0 по ходу той игры. Просто, причем этот счет 6-0 был установлен, если я не ошибаюсь, в минуте к 40-й, не позже. И, в общем, доминирование было очень серьезным у Интера. Гефест был разобран на запчасти. Ну и в этом году, в этом сезоне, в этом году еще не играли команды, естественно, а вот в этом сезоне, на первом этапе победил Гефест, победил Интер с счетом 3-2 в матче, в котором Гефест мог сетовать на работу рефери, в матче, в котором Гефесту, где могли удалить Руслана Нахушева, где был еще ряд спорных эпизодов. Гол Интера в контратаке после жесткого столкновения, по-моему, с Александром Масленниковым. Там эпизод был у штрафной Интера, когда фол не был зафиксирован, а Интер забил в контратаке. В общем, там хватало спорных эпизодов. На самом деле, матч этот на что-то прям коренным образом не повлиял, наверное, да? Но факт остается фактом. Победил Интер, и благодаря этому оказался выше в таблице. Собственно, эти команды закончили на первом месте, благодаря тому, что Нева обыграла Динамо в последнем туре и не позволила динамовцам выиграть первый этап чемпионата. Вот после этого остались на первом-втором месте команды. Здесь, извините, просмотрел эпизод, с чем связано недовольство футболиста Гефеста с действиями арбитра. Но, в общем, я не видел эпизода, не могу сейчас, к сожалению, вам ничего сказать. Ну, а что касается противостояния, по 13 побед и 2 поражения у команд на первом этапе в этом сезоне. То есть поровну очков по личной встрече выше Интер, но он был бы выше, если бы и по разнице мячей оценивали, потому что 107 забитых у Интера, 74 только у Гефеста. Да и сейчас уже 19 Интер забил перед этим матчем, сейчас уже 21 за 20 голов перевалили цифры. 7 только забито у Гефеста, и пока 7 остается. При этом было по 5 пропущенных команд. Смотрите, вот у Гефеста сейчас 7-7 разница мячей в онлайн-режиме. И 6 очков в онлайн-режиме. Но в этом плане у Динамо уже 9 очков, потому что Динамо в этом туре уже сыграл. Вообще 2 матча состоялось. Динамо со счетом 2-0 обыграл Голдшарк. Очень тяжелая победа динамовцев в матче, в котором Голдшарк был как минимум не хуже. Как минимум не хуже. Моментов было предостаточно. Ворот бело-голубых. И здесь 3-0. И здесь 3-0. Кто там, по-моему, Мечков отдал передачу. Ну, а Алексей Мишин отправляет мяч в ворота. И как-то очень легко. И вроде бы не вытекает такой перевес Интера из игры. А вот теперь попробуй отыграй. И как же неплотно играют футболисты Гефеста. И где был Станислав Каханов? Почему Мишин отсюда спокойно бил? Хотя, опять же, вопрос к опорной зоне. Почему проходит такая передача? Ведь мяч катился не очень быстро по газону. И сейчас замены. Артем Варакин меняет Павла Котова у Гефеста. У Интера целая россыпь замен. Здесь появляются на газоне в нападении Владимир Свежук. Появился сейчас Николай Липаткин на поле. А вот интересно, по-моему, Липаткин впервые вышел на поле. На самом деле, Мишин в старте начинал, а не Липаткин. Вот Липаткин только сейчас, да, появился. И Аверьянов, Алексей Аверьянов тоже на газоне. Он на месте правого вингера сейчас располагается. Да, крайне тяжелая для Гефеста ситуация, как из нее выбираться. Ну и я закончу про результаты. 9 очков Динамо набрало, да. 2-0 выиграло. Большая часть матча счет был 1-0, благодаря голу в первом тайме. Но во втором, уже перед финальным свистком, Динамо забил. То есть Глушек даже с центра поля мяч уже не разыграл. Но в целом очень было тяжело динамовцам. Ну и тем ценнее победа. Ну и плюс Голшарк хорош опять. О чем тут говорить? Здесь момент еще один может быть. У Интера, если Интер четвертый забьет, можно будет сворачивать лавочку. Ну и
еще один результат. Нева вторую победу подряд одержала. Вторую сухую победу подряд. 2-0 был обыгран Легион. 1-0 сегодня был обыгран APC. Опять Игорь Лаврентьев забил. На этот раз с игры. Вот так вот у него 6 очков. Может с Гефестом сравняться, например. Но APC вроде как мнения разделились. Я не видел матч, например, арбитр говорит, осудил Копылов, кстати, встречу. Арбитр говорит, что было в принципе все, наверное, по делу, Нева была получше. Кто-то говорит, что APC имел больше моментов. И даже слышал я, что вот на сленговом языке полоскал Неву APC. В общем, ну, 1-0, кто больше забил, тот и выиграл. Больше забила Нева. Таким образом, сейчас в турнирной таблице у Интера 9 очков, но в онлайн-режиме с учетом этого матча 12. 9 у Динамо, 6 у Гефеста и 6 в онлайн-режиме, 6 у Невы, уже 6 у Голдшарка, и он выше здесь. 3 у ЦДК, ЦДК с Легионом, 3 у APC. И 0 у Легиона, который завтра играет с ЦДК. Вот такое положение в турнирной таблице. ЦДК, условно, рассчитывает пополнить. Ну, а Динамо может только Гефест догнать. И если он догонит Динамо, то у нас будет троевластие. В турнирной таблице у всех будет по 9 очков. Но сейчас Гефест выступает 0-3 Интеру. И это факт. И это очень серьезно. 20 минут почти сыграно. И тем, наверное, обиднее, что, ну, доминирования у Интера прям как такового нет. Вот как было в финале Кубка. С другой стороны, все-таки преимущество Интера тоже очевидно достаточно. Интер играет лучше сегодня, по крайней мере, пока. Лучше ли на 3 гола? Ну, кто же мешает забивать? Вот здесь, опять же, наверное, это разница в уверенности в себе. Сейчас, кстати, Андрей Идрицев уже тоже на поле у Гефеста. Я так понимаю, что он действует на позиции вингера, потому что Максим Ухин остался на поле. А вот мог бы в центре играть Андрей Идрисов. Будет бить Руслан Нахушев штрафной со своей левой ноги. И Каханов. Важный прыжок. Сейчас опять бы мяч вылетел. Хоронить, наверное, не стоит Гефеста. Если до перерыва вполне себе вернется в игру. Но, честно говоря, просто Интер не производит силы команды, способные позволить отыграть 3 гола. А способные позволить отыграть 4 гола, наверняка, команды впечатления не производят. Владимир Свежук забивает, после того, как Алексей Аверьянов не сумел через себя забить. Ну, в общем, голевой пас получается на Аверьянове в этой ситуации. Второй его голевой пас в этом чемпионате. И вот что бы я здесь отметил. Это стандарт, но Аверьянов и Свежук вдвоем остались перед воротами, никто им не мешал. Там сбоку был еще третий игрок Интера. Появляются Гусев вместо Корчагина и Шеренков вместо Масленникова на поле у Гефеста. Но 0-4, это выглядит приговором на самом деле. Думаю, что после вот этого результата у нас главный фаворит сезона снова становится очевиден. Динамо проиграла на прошлой неделе в упорной борьбе Гефесту. Матч Динамо с Интером в первом круге, он будет для чемпионской интриги ключевым, потому что у Интера вот сейчас четвертый уже матч, да, у Интера остаются матчи еще с APC, Легионом и Динамо. Ну, 6 очков сложно представить, чтобы не набрал в этих играх коллектив Сергея Филина. Ну и вот Динамо, если Динамо победит, может быть, тогда интрига снова будет. Тогда Динамо, кстати, на первое место выйдет по личным встречам. Здесь еще, видите, в судью попадает мяч. Не повезло Гефесту. Ну а Динамо играть еще остается с APC. С Голдшарк сыграли динамовцы, с APC, с Невой и с Интером. Ну, в общем, тоже не самый сложный календарь, но Нева сейчас набирает потихонечку. Ну, а что касается Гефеста,
что касается Гефеста, то античным еще играть с Легионом, с Невой и с Эписни тоже не самый сложный календарь. Гефест самый сложный календарь имел на старте, то есть все топ-соперники, ну и Голшарк, наверное, тоже к этой группе уже можно потихонечку относить, может не самый топ-соперник, но в группе с Эписни, Невой и Легионом, да, то есть с Эписни, Легионом, и даже с Невой, особенно с учетом того, что Голшарк победил, Голшарк смотрится предпочтительней, то есть 4 самых сложных соперника у Гефеста и 50% результат на данный момент, а Голшарку тоже проигрывали по ходу матча, а сейчас чудом счет стал. Мечков, а нет, не Мечков, забил бы сейчас Сергей Сергеев, и можно было бы заканчивать. А Дмитрия Мечкова легко узнать, хотя у них, например, с Сергеем одинаковые шапочки, по-моему, и они похожи, ну, похожие шапочки, и они по габаритам одинаковые, может, одинаковые даже шапочки. Но узнать можно Мечкова, потому что у него номер стерт. Видно, что это номер 19. Но в целом нанесение стерлось. Это, наверное, из-за того, что больше всех Мечков идет, и приходится тщательнее всех стирать ему футболки. Здесь фол. Не специально Моисеенко фолил, но зацепил, очевидно, соперника. И поэтому нарушение правил зафиксировано. И штрафной удар будет. А тут опять левая нога Нахушева. Он все стандарты исполняет. Ну и так, Нахушев исполняет штрафной. В любом случае, заслужит ли Гефест на 4, но слишком жесткий счет для Гефеста. Ну, я с других сторон смотрю на ситуацию, заслужит ли Гефест. Опять вот смотрю на Никиту Лаврентьева, чтобы убедиться, что они у нас сходятся. Они сходятся. Интер на свое преимущество даже на такое наиграл. Вот это парадокс футбола. Ну и это, наверное, показатель того, что, знаете, вот так вот комментировать матч, в котором счет 4-0, не всегда интересно. А с другой стороны, как мы топовую игру сейчас наблюдаем. Просто Интер таков. Интер обыграл 4-1 ЦДК, и там первый тайм счет был 1-1. Но в целом Интер имел перевес по игре достаточно солидный. И он выиграл закономерно. Интер разнес него 11-2. И 2 там, потому что ну, невозможно держать предельную концентрацию. Но вот он момент, который может внести... у нас интригу в матч. Станислав Каханов исправляет немножечко свои ошибки, свою не лучшую игру в обороне и делает голевую передачу Идрисову, а тот в касание шикарным ударом забивает мяч. Говорили мы о том, что нужен гол Гефеста до перерыва. Ну, при счете 0-3 это еще было, но 1-4 в любом случае бодрее. Уже Гефест может. Гефест та команда, которая по силам биться с любым соперником и любые гандикапы отыгрывать, да, чтобы отыграть у Интера 4 мяча, а теперь уже 3, должно многое сложиться, но может быть, кто его знает. Там повезло Ашеты, и Интеру ведь тоже немножко повезло сегодня, уж как минимум в первом голе, как минимум. Но он забил, а сейчас может забить пятый. Аверьянов не отдает передачу. Отдал бы пас Вижуку, и тот мог в пустые забивать. Сфальшивил Алексей сейчас. Сергей. Нужно атаковать футболистам Гефеста соперников, иначе Интер все сделает. Здесь фолы, и даже несколько фолов на Гусеве. Нахушев, как всегда, возмущается действиями соперника, наверное, решением арбитра. Ну, горячая кровь Руслана Нахушева иногда приводит к крови других участников процесса. Ну, мы все знаем, я думаю, помним, о чем идет речь. Но сейчас Нахушев нас радует своей игрой и... Ну, заряжен всегда. Вот они там с Гусевым, к слову, помирились уже. Хотя тут отмахнулись друг от друга руками. Но Нахушев больше отмахнулся. Сейчас уже поговорили. Вы этого не видели, а я видел. Потому что посмотрел за разговором этих футболистов. Так что все нормально. Кстати, про личность Алексея Гусева я бы хотел сказать. Вот он при счете 4-0 появился на поле, как и Идрисов, кстати. И Гусев пока в голевых комбинациях участие не принимал.
И вообще, форвард нерезультативный, и забил один мяч, три мяча, по-моему, или два мяча забил он в первой части сезона. Мы уже это проверяли с Никитой Лаврентьевым, когда смотрели, комментировали, работали на первом матче Гефеста, одном из первых матчей Гефеста! В этом этапе его, пожалуйста, Гусев! Гусев забивает. Да, бил Андрей Моисеенков, а Гусев добил. И Филимонов уже, он отбил перед собой, но винить его тяжело, потому что там так мяч вылетел из скопления игроков, что... было сложно отбить по-другому. Ну и... Сейчас счет уже 2-4, и это интрига. Ну вот тот самый гол при 0-3, который нужно было забить. Я думаю, что в этом плане, если бы сейчас спросить у Алексея Швинга и Дмитрия Вакуленко, как лучше, не сейчас, а при счете 0-3, вы забьете до перерыва гол, или вы сначала четвертый пропустите, а потом два забьете? Они бы не задумываясь выбрали забить два. Да, вот такая интрига. Так вот, быстренько, пока первый тайм не завершился, раз Алексей Гусев забил свой третий гол в чемпионате в этом сезоне, и какой важный, и кому. Алексей Гусев, у него было 10 голевых передач на первом этапе, и вообще, Алексей Гусев человек, который хорош в подыгрыше, и он уже даже с, вот, например, в матче с «Динамо», который довелось комментировать, он 2 голевых паса сделал вообще-то. И это было очень важным. Да, не забил. А сегодня забил. Алексей Гусев улучшает игру. Вот по продвинутой статистике, я думаю, вот если бы это был НХЛ, Гусева бы ценили. Не за фамилии, а ценили бы его в хоккее, а потому что он делает партнеров лучше. И сейчас он вышел на поле, и Гефес забил 2. И ведет 2-0. Впрочем, и Идрисова вот тоже отметим. Ну что ж, стартовала вторая половина встречи. Интер 2-4. Еще минут 7 назад было ощущение, что все закончилось. И закончилось для Гефеста плохо. Но сейчас ситуация иная. Сейчас 2 гола Гефеста перед перерывом. Интригу возродили, и очень важно, кто забьет следующий гол. Если это будет Гефест, сами понимаете, в один мяч будет дистанция между командами. Если это будет Интер, то опять 3 мяча надо будет отыгрывать Гефесту. Это будет, опять же, очень сложно. Очень интересно мне посмотреть, как сейчас Алексей Швындин будет ротировать состав. Алексей Гусев и Андрей Идрисов остались на поле. Масленников появился. Давайте вообще о составах. Итак, Гефест сейчас в таком сочетании играет. Станислав Станиславский в воротах. Оборона неизменна. Каханов, Лазбенев, Моисеенков справа налево. В опорной зоне Максим Мухин. Справа Андрей Идрисов, слева Александр Масленников, нападение Алексей Гусев. Что касается Андрея Идрисова, вот если все остальные футболисты, которые выходят на краях у Гефеста, играют вингеров, Андрей Идрисов играет крайнего полузащитника. Он садится глубже. А еще он, если надо, подходит ближе в центре к Максиму Мухину и помогает ему. Сейчас, кстати, стандарт у Интера, так Алексей Гусев от всех отклеился, правда, Липаткин идет его контролировать, а то под выход один на один Гусев стоял-то, если что. Другое дело, что еще отбиться надо. Нахушев разворачивается, но уже Идрисов блокировал здесь удар, здесь фол, конечно, фол, можно спорить, но нарушение было. Ну что ж, штрафной удар у мяча, по-моему, Рощин сейчас. Доберемся мы до состава Интера.
Нахуй его скатывает удара. Не точно. Совсем не точно, но Нахушев один удар нанес как надо сегодня. И после этого был забит первый мяч. Мухин выигрывает воздух, Гусев цепляется, немножко сам себе мешает, но здесь Идрисов подбирает пяткой, классно Гусев оставляет, Каханов, Гусев, слишком читаемая передача, но Каханов отбирает мяч сам, Гефест явно не намерен сдаваться, ну и, конечно, два гола перед перерывом в этом команде помогают, Идрисов не успеет, и постарался убрать ногу, чтобы не влететь в Александра Филимонова, но видите, Гефест очень хорош сейчас, так и Интер в каком составе начинает, Филимонов в воротах. В обороне. Справа Илья Федоров, в центре Руслан Нахушев. Слева Николай Липаткин. В опорной зоне Дмитрий Мечков. Справа Александр Рощин. Слева Павел Сучилин. Падение Арта Григорян. Заявленный стартовый состав. Вот не помню только, выходил ли Липаткин или нет в старте, или Мишин все-таки был. Но, хотя заявлен был Липаткин. Сейчас Масленников бил с левой ноги. И Филимонов не без труда, потому что не видел момента удара. Этот выстрел отразил. И сейчас уже мы должны Липаткина разряжать через боковую линию. Гусев на Моисеенкова. Здесь отворот. Рощин доработал здорово. И угрозу нивелировал. В итоге получилось, что и от Моисеенкова мяч ушел. Алексей Гусев с мячом после скидки Мухина. Удар Нахушев на своем месте. И здесь здорово сыграл Руслан. Не позволил Гусеву нанести удар в створ. Здесь Гусев Нахушев обнимает двумя руками, но за сам факт объятий пенальти никто не даст. Снова Гусев цепляется, опять Нахушев его придерживает. Но здесь как-то надо Гусеву, не знаю, похитрее сыграть. Другое дело, как сыграешь, чтобы пенальти заработать в такой ситуации. Ну, рваться, вырываться как-то рано или поздно может закончиться для Нахушева плохо. Потому что все-таки держать нельзя оппонента руками, особенно явно в штрафной площади. Да, допуск велик. Ой, здесь какая ошибка Лозбенева. Пас на Каханова. Перехватил Сучилин, прочитал. Но Лозбенев сам подставил то ли спину, то ли голову. И удар заблокировал. Сучилин. Из-за боковой. Получает обратно от Григоряна. Немножко ушел Артак в тень. Но он такой форвард, которому не надо быть все время в центре внимания. Он, если надо, в любой момент себя проявят и решит эпизод или создаст голевой шанс партнер. Так вот, я начал говорить о том, мне интересно, как будет Алексей Швынин управлять командой. Во втором тайме, вот сколько времени проведут... Ну, Идрисов, может быть, и не уйдет с поля. А вот Гусев... рискнет ли Швындин оставить его на поле до конца матча? Вряд ли ценой не выхода Корчагина, а есть ли место обоим на газоне, не знаю. Вообще, в матче с «Динамо» расклад был следующим. 40 минут играет Корчагин, 20 Гусев. Первые 20 у Корчагина, вторые 20, то есть на стыке таймов за Гусевым и последние 20 за Корчагином. Пока все это вписывается в картину происходящего сейчас, и тогда Гусеву осталось провести на поле 3 минуты. Будет ли правильным решением убрать Корчагина? Посмотрим. А сейчас Интер в контратаках жалит Гефест. Игра обратная плану на матч команд. Плану на матч Гефеста. Но Гефест не планировал уступать 0-4. И 2-4 не планировал. Ой, Масленников по мысли хорошо, но по исполнению без вариантов здесь было. Сам Александр не понял, наверное, что хотел сделать.
Андрей Моисеенков застрял в атаке, но попросил Масленникова он доработать назад. Масленников доработал, но не по месту левого защитника. С другой стороны, там держать некого. Так что, в целом, наверное, все правильно. Мечков. Вот сейчас Интер в позиционной атаке. Федоров. Сучилин Мечкову обратно. В составах обеих команд есть чемпионы, но у нас действующие чемпионы Севера. Но в составах трех команд, участвующих сейчас в чемпионате, есть и в гонке за титул есть действующие чемпионы Северной лиги, при том, что Терминатор сам не выступает в этом сезоне. Дмитрий Мечков в Интере, Андрей Дрисов в Гефесте. Ну и Илья Чижиков, Михаил Тимофеев в Динамо. Был Алексей Храпов в Неве, ушел. Был, да сплыл. А в ЦДК играл на континентальной футбольной лиге Ливани Гвазава. Но это не считается. Это разовый турнир, и тогда он выспал за Терминатора. Фол Алексея Гусева. Мечков подставился. Гусев извиняется. Но здесь действительно нарушение правил было. Нахушев грузит мяч вперед. Вот такое ощущение, что команды немножечко сейчас взяли паузу, взяли передышку. Вот если в матче Гефеста с Динамо все голы были забиты в первые 15 минут второго тайма, а их было 5 мячей, 3-2 выиграл Гефест. Там качельно все развивалось. Вел Гефест 1-0, 2-1 проигрывал. И потом 3-2 выиграл. При том, что первые голы 0-1, 1-1 и 2-1, 2-2 это все забивались дуплетами, там в течение минуты отвечали команды друг другу. Но вот на третий гол Гефеста Динамо не ответила. А сейчас передышку взяли на этом же отрезке матча. Ну и вот заканчивается 10-я минута второго тайма. Пока я не вижу, чтобы Корчагин переодевался. С другой стороны, там курточку скинуть и готов играть. Посмотрим в паузе, будет ли замена или нет. Если не будет в паузе, то когда будет... Так, вот Алексей Шевиндин, да, Корчагину говорит, готовится. Ну, значит, Гусева заменили, заменят. Посмотрим, вернется ли Гусев на поле в игру. Ну, я настаиваю, что сейчас, в нынешнем Гефесте, не сегодня, а вообще, в Гефесте Гусев играет важнейшую роль. И, может быть, это самый недооцененный футболист сейчас среди в топ-клубах Северной лиги, я бы так бы сказал. Сейчас замена происходит, или нет? Или пока нет? Пока нет. Ну, Гусев поближе пошел к бровке, где Корчагин, чтобы, если что, меньше времени потратить на замену. Пока ауты, это тоже стандарт. У ворот Гефеста не рискует Алексей Швынин производить замену. Владимир Колесников, кстати, руководит Интером. Наталью Зеленину отметим, администратора команды. Ух, а здесь, момент, и, по-моему, Рощин попал в Григоряна. Там начудил немножко Станислав Станиславский, но здесь такое напряжение, что начудить не так зазорно, если гола нет. Поле в отличном состоянии, вот было минус 20, когда не было смысла пытаться, чтобы все растаяло на поле. Здесь Гусев желтую получит или нет? Не получит, просто фол. Нет, получит Алексей Гусев желтую карточку. И после этого уйдет на замену. Когда стало минус 7 на этой неделе, сразу же, я так понимаю, реагентами поработали с Поляной. И она в идеальном состоянии. В бутсах играет лучше, чем в шиповках, поверьте. Мне сегодня довелось выходить на поле на Флотской улице. В бутсах играть идеально. Это вот 4 марта. 3. Опять Нахушев у мяча. Все штрафные он исполняет. Хотя, казалось бы, для Правоногова поудобнее точка. Но это вообще удобная точка для такого мастера, как Нахушев. В данном случае, чем дальше от штрафной, тем удобнее. Ну и смотрите, удар неплохой, но не точно. Все-таки бьет Руслан. И отбегает назад. Вода,
Корчагин, Нахушев и его руками держит. Корчагин, видите, похитрее Гусева в плане. Попытался заработать штрафной, только не поверил арбитр. Отрощенный мяч покинул пределы поля. Это видел рефери. Корчагин цепляется спиной к воротам. С Нахшом по-другому не получится. Гефест в атаке. Еще не обязательно идти в навал. Но гол бы хорошо забить. И разыграли здорово. Моисеенков на Корчагина. Тот поставил Мухину под удар в касание низом. Но Филимонов в этом углу уже лежал еще вчера. Такое ощущение. Знал, куда пойдет мяч. И спокойненько его поймал намертво. Сейчас длинный вот мяча Филимоновым. Удар рикошет от Лазбенева. Там уже взлетел. Взлетел Станиславский. Но не потребовалось ему вступать в игру. Ну вот, мне подсказывает, кстати, один из членов бригады арбитров Северной Лиги Игорь Елисеев, что реагенты запрещены. Ну, все правильно, не реагенты, конечно. 25 мешков соли, говорит, было потрачено на то, чтобы Флотская была в таком состоянии. Ну и честь и хвала работникам лиги, без каких-либо, без какой-либо иронии, без шуток. Это титаническая работа. Она сделана идеально вот для того, чтобы мы могли наслаждаться вот таким футболом, смотреть такую игру интереснее, согласитесь, чем... Именно с точки зрения качества игры, чем то, что было неделю назад, кто бы не играл. И Андрей Идрисов остается на поле, как и предполагалось, и переходит на позицию центрального полузащитника. Павел Котов играет. Но вот сейчас на поле тот состав, который я предполагал мог быть оптимальным, если бы не Мухин, был бы Идрисов. Оптимальным для старта. Но вот он все равно на поле оказался и, возможно, окажется на концовке. Посмотрим. Кстати, у Гефеста тут на стадионе Алексей Хотулев, по-моему, и Радик Умяров все приехали поболеть. Умяров сейчас в Гефесте 2 выступает, как и Хотулев, но Умяров начинал сезон в первой команде, так что медаль получит, если Гефест ее выиграет. Ну, а Хотулева, может, еще весной переведут. Разговор о том, что могут перевести, были, наверное, с трансфером Корчагина. Это пока отменилось. Идрисов сохраняет мяч! А вот пас не проходит, Нахушев здорово играет, так-то Нахушев, наверное, на символическую сборную пока идет в этом туре. Вот так вот приходится играть Моисеенкову, здесь Идрисов здорово головой скидывает, у Масленникова не получилось зацепиться. А здесь нарушение в пользу Гефеста. Времени еще предостаточно, 14 минут. Я думаю, что ничья, Гефест устроит по уши просто в этом туре сейчас. При таком раскладе. Проигрывать 0-4, отыграться. Но пока только полпути пройдено античными для того, чтобы отыграться. И с одной стороны времени вагон, 14 минут. С другой стороны, если Интер забьет, очень мало времени останется у Гефеста. Потому что надо будет 3 забивать. Рощина меняют. Алексей Аверьянов вернется в игру. Нет, Владимир Свежук. По-моему, Владимир Свежук, да, на поле. Поживились на развале Терминатора обе команды. По сути, с приходом нынешним Корчагина, ну, в какой-то мере и на развале Атлантиса поживился. Гефест, хоть и не сразу. Ну, а вот на развале Нижгородиса поживился Интер. Это вот приход Свежука. Это уже по ходу нынешнего сезона состоялось. Хотя нет, наверное, перед сезоном. Либо в первое трансферное окно. Сейчас мы уточним с Никитой Лаврентьевым. Пока у нас тут сумбурная игра в центре поля. И момент у Павла Сучилина будет сейчас. Станиславский блестящий играет. Он вот так спас неделю назад в матче с Динамо. И тут ему еще досталось. И нужна пауза. Не будет Станиславский сейчас выпрашивать ничего. Потому что... Что выпрашивать, когда его команда проигрывает, не будет лежать лишний раз. Здесь действительно больно голкиперу. Но уже все в порядке, играем. Да, Владимир Свежок в начале сезона пополнил команду Нижгородиса. Развалились по окончании прошлого, когда они выиграли Восточную лигу. Эта команда выиграла одну из трех сильнейших.
Ну, ни Интеру, ни Гефесту, насколько известно, не грозит судьба команд, которые почили в Бозе перед этим и по ходу этого сезона. Мяч в руках у Филимонова. Не получается у Гефеста сейчас создать что-то у ворот Интера, но опять же, этим командам достаточно эпизода, а эпизод они могут создать в любую секунду. Опять мяч в пользу Гефеста. Гефесту важно мяч отвоевывать. Собственно, для того, чтобы создать момент в любую секунду, в полузащите у Гефеста, позвольте мне так их поминать, три фантазиста сейчас находятся. Это Андрей Дрисцев, Павел Котов и Александр Масленников. Ну, тут Игорь Елисеев продолжает уточнять, что, может быть, не 25 мешков было вот именно на этой неделе потрачено, но много. Ну, точных данных статистических нет, но сколько бы ни насыпали, работа проделана титаническая, какой шанс! И все здорово сделал Александр Масленников. И как он на носовом платке развернулся и сумел этот момент создать, и бил в дальний угол правильно, и казалось, залетит мяч, но не залетел. Не попал в ворота, но очень сложный был момент. Евгений Шеренков на поле, и меняет он Масленникова как раз. Попытка что-то изменить. 11 минут до конца, 10 с половиной, ну плюс добавленное. Что-то добавит арбитр. Удар по воротам. Ну, Интер может себе позволить такие удары сейчас. Вполне. Но это было не опасно, зато немножко убило времени. 10 минут остается у Гефеста. Все самое интересное впереди. В памятном матче между Гефестом и ЦДК, матч, который, наверное, навсегда вошел в золотой фонд лучших матчей Северной Лиги, в матче Кубка ЛФЛ, тем не менее, это была игра, а не внутренние соревнования. Так вот, в том матче Гефест вел 4-1, была ответная игра после ничьей в первой, в четвертьфинале Кубка ЛФЛ. И ЦДК за 10 минут забил 4 гола. Причем это было не последние 10 минут, это были 40 по 50-ю минуту. Вот матч был золотой. Даже если не ошибаюсь, у нас в программе набровки в заставке гол Максима Бунтова. Победный гол Максима Бунтова. До сих пор есть, а сейчас Лозбенев спасает или не спасает? Спасает, но не только он. Еще и Станислав Каханов спасают от пятого мяча. Наверное, сейчас он будет решающим. Наверное, сейчас он будет решающим. И от него спасают Гефест защитники. В тяжелейшей ситуации, казалось, уже некуда деваться мячу, и сейчас Интер забьет пятый. Наверное, счет 4-2 более закономерен, чем 4-0. С другой стороны, уже Гефест не заслуживает вступать вот вообще, наверное, да, Гефест... Ну как, Интер, наверное, получше был, поэтому ведет, но если Гефест отыграется, в этом не будет чего-то экстраординарного. Команда для этого много делает. Другое дело, что в втором тайме голов по-прежнему нет, и будут ли, не факт. Корчагин опять спиной к воротам принимает, откидывает Шеренкову, получает уже Котов от Шеренкова. Пас, это читается. Здесь Мечков, Шеренков вступает в борьбу, сил много, не так он много играл сегодня. Григорян. Липаткину. Много свободных зон у Гефеста. По-другому не получится. Но у Интера не получается здесь сделать точную передачу. Все, надо начинать сначала. Античным, но мяч у них. Приходится делать длинную передачу, но здесь можно зацепиться. Грудь играет Шеренков. Кому-то скидывал, но там никого не было. Сам побежал, но уже Илья Федоров сработал. Мечков, пас в свободную зону. Туда Григорян с удовольствием устремляется. Время работает на Интер. Повторяю, здесь Каханов отбирает мяч. Был фол на нем, но он мяч сохранил. Другое дело, что потом немножко не лучшим образом сыграл. Здесь уже Федоров с Нахушевым перехитрили Шеренкова. Нахушев разворачивается, вот это может быть не лучшее решение, но был открыт Липаткин, и под вынос ему Нахушев отдал точный пас, но Гефест с желанием играет, выцарапывает мяч, Идрисов, Каханову, смотрите, что делает Сучилин.
летит в прессинг, фолит, опять же, фол можно и нужно даже, наверное, совершать. Интер сбивает темп, уходит с поля Идрисов, подустал он, выходит Мухин и покидает поле Эрик Корчагин. Алексей Гусев все-таки выходит на последние 7 минут. Ну, Алексей Швындин опытный, мудрый наставник, и он, если ваш комментатор видит что-то, то почему не должен это видеть тренер команды, который с ней работает? Корчагин неплохо цеплялся за мячи, но все, что ему удавалось сделать, это принять спиной к воротам и поставить партнерам. Этого мало в такой игре, потому что при Корчагине Гефест пропустил 4, не забил ничего. То есть по хоккейному, раз уж мы про продвинутую статистику, там заговорили, Корси, все дела. Минус 4 сегодня у Корчагина, плюс 2 сегодня у Гусева. Сучилина меняют. Кто там у нас на поле выбежал? Алексей Мишин. Не лучший вот мяча Федором из боковой, но вообще из-за боковой тяжело вводить мяч, когда такой градус борьбы. А здесь в пользу Интера мяч. Мейсинков оставляет Федорову. Тут бросает вперед. А Мухин кружится, как волчок, вокруг своей оси. А в итоге мяч у Интера, и будет остановка игры. Интеру нужнее пауза. Котова меняют. Так, Масленников возвращается на концовку. Ну, Алексей Швынин увидел, что ничего не происходит, по большому счету, на поле. И это не то, что нужно ему и его команде. И сделал замены. Другое дело, что опять Нахшев исполняет штрафной. А здесь удар от ворот будет. Артак Григорян мяч подальше отбрасывает. Пока избегает предупреждения. Выбивает Станиславский. Что, Шеренков зацепился. Казалось, не может до него дойти мяч, но дошел. Падает Масленников, но сохраняет владение. Каханов. Удар в Масленников падает. Налево играет Мухин. Моисенков, левая нога. Рикошет от Нахушева. Футболисты Гефеста требуют пенальти, но рука была опущена, мне кажется, у Нахушева. Такие не ставят. Не знаю, может быть, конечно... Попробуем сейчас посмотреть еще раз эпизод этот с Никитой Лаврентьевым на видео, но... Сомнительно, что... Хотя, вы знаете, это пенальти. Я сейчас рискую утверждать, Руслан Нахшев не просто рука у него была не по швам. Он ее еще и в момент удара немножечко выставил. Это пенальти. Это желтая карточка и пенальти. И сейчас, ну, просто не мог увидеть арбитр. У меня была гораздо лучшая позиция, но я тоже не увидел. Но... А тут у судьи золотое правило, не уверен, не ставь, не видел, не ставь. Но пенальти был. И, конечно, жалко, что вот такой эпизод случился. Он влияет на игру. Забей сейчас третий гол Гефест. Все было бы, конечно, иначе. А здесь можно было, кстати, не свистеть. Да, фол был, но с мячом-то вроде Интер остался, потеряли сами. Ну... Но в итоге фол и пауза. Так, на поле Андрей Идрисов на левый фланг. Обороны. Вместо Моисеенкова. Интер меняет Илью Федорова, максимально при этом затрудняя возобновление игры. Ну и вот, да, зрители, которые смотрят
согласны, что это 100% пенальти, но я повторюсь, я бы не стал обвинять арбитра, он не видел, потому что и он нормальную позицию занимал, но невозможно все увидеть. Вот в большом футболе такие пенальти не всегда ставят, когда даже есть арбитры за воротами, самые бесполезные участники футбольного процесса. Но, а здесь, здесь было очень тяжело видеть. Другое дело, что Гефесту-то, что с того, что здесь было сложно арбитру? Здесь негодование. Я вот не поверил, признаться, футболистам Гефеста изначально, но... Ну, потому что всегда футболисты Гефеста спорят, ну, многие всегда спорят, я сам такой, но... Ну, обидно просто, что мы не получили сейчас концовки, в которой все решается в один мяч. Еще, может быть, получим, но по 100 моментов немножко, как будто воздух из Гефеста выпустили, и Интер стал давить, он приободрился. Сейчас чуть не забил пятый мяч, а играть все меньше, полторы минуты. Точку еще забить надо, конечно, если на нее указал арбитр. Но получить такой шанс, это... Важно. А здесь ошибается Мухин в хитрой передаче. Мишин прочитал. Так-то Ширинков был в хорошей позиции. Гефест в одного защитника уже играет. Каханов тоже защитником сейчас не является. И поэтому Григорян принимает мяч. И поэтому Григорян бьет. И поэтому Григорян гол красавец. Забивает. И вот так вот вместо возможных 3-4 мы получаем 5-2. Абсолютно точно Гефест не заслужил крупного поражения. Но похоже, что оно будет. Похоже, что оно будет. Не станем мы, наверное, все исключительно вокруг вот этого неназначенного пенальти заворачивать. Интер вел 4-2 к этому моменту. Интер забил сейчас пятый. И, может быть, 5-3 бы выиграл, в конце концов. Не забей вот Гефеста еще один мяч и получи такую же контратаку. Вполне быть возможно, да. Но отметим, что ошибка результативное место имела. Руслан Нахшев... Причем был удар к воротам, шел свор, а Руслан не сыграл рукой. Интер набирает очков, единоличный лидер. За ним Динамо, единолично, на втором месте, демонстрируя свои амбиции. Ну, а судья дает финальный свисток. Ну что ж... 5-2, это был классный матч. Я передаю слово Никите Лаврентьеву, который сейчас возьмет у кого-то интервью. А я, Александр Сенов, с вами прощаюсь. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания. Рядом со мной Владимир Колесников, наставник футбольного клуба «Интер». Ну, во-первых, поздравляю с победой. Четвертая подряд. Какие эмоции после этого достижения? Не хотели откладывать вот эти игры на последние, да, когда будет уже окончание сезона. Задача была максимально набрать очки, которые сейчас разыгрываются, вот. И в этом направлении настраивались на игры и решали вопросы. За счет чего удалось сегодня обыграть Гефест? Ну, реализация хорошая была, вот. К сожалению, там концовку первого тайма у нас немножко завалили, вот. Но потом перестроились, и я считаю, что мы контролировали игру полностью. Впереди игры с «Легионом», с «Голдшарком». Задумываетесь ли вы уже о том, что можно первый круг вот этой второй части чемпионата пройти вообще без потерь? Ну, мы будем готовиться к каждой игре и на максимуме будем играть с любым соперником. Спасибо.